Если вы каждое утро будете просыпаться с мыслью, что сегодня произойдет что-то хорошее, так и будет. Только когда человек сам признает, у меня есть эта проблема, и я с ней справлюсь, только тогда будет результат. Иначе вы никого сами не сможете исправить. Любой конфликт, возникающий в семье, на работе, в дружбе, в отношениях, это прежде всего отражение вашего внутреннего конфликта. Нужно разбираться не с окружающими, разбираться нужно с собой. Жизнь не дерьмо. Если вы не можете справиться со своими проблемами, дерьмо – это вы. А счастье – это максимальная личностная реализация в любви, семье, дружбе, профессии. Уважайте и любите себя настолько, настолько бы хотели, чтобы вас уважали и любили. А еще запомни, чем тебе труднее что-то дается, тем больше ты будешь ценить это потом. Одиночество – это не то, что вы никому не нужны, ваш телефон молчит, или же это говорит о том, что вы не нужны только одному человеку, самому себе. Скучно никогда не бывает, значит, ты не можешь распорядиться своим временем и занять себя для полезного дела. Запомни, что многими людьми движет лишь свое корыстие. Научись различать людей, которые тебе нужны, а которые наоборот. Давайте делать то, что заставляет нас улыбаться. Вообще не задумываться о том, что подумают другие.